В американском штате Техас проходит ежегодный фестиваль змееловов, серпентологов и просто любителей этих пресмыкающихся. По традиции праздник открывают профессиональные змееловы. Их задача как можно быстрее схватить голыми руками ядовитую змею и выдавить яд в специальную посуду. Вслед за этими зрелищами не для слабонервных проходят уроки. Посетители учат, как избежать нападения или укуса змеи, например, в пустыне. Помимо этого, на фестивале в Техасе ежегодно выбирают главную змею года. Обладателем гран-при в этом году стал 3-метровый питон по кличке Бэмби. Он домашний питомец одного из местных жителей.